Нового главу администрации Ленинского района Бреста Валентина Милошевского хозяйственному активу и общественности представил председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Вручая руководителю ленинцев удостоверение, губернатор отметил, что назначение Валентина Милошевского, сменившего на этом ответственном посту Геннадия Борисюка, произошло в ответственный период не только для города, который в этом году отметит знаковый юбилей, но и для страны. Чтобы район, Ленинский район города Бреста, был впереди, значит, по всем показателям, тем более в этом году у нас много мероприятий, значимых которых придется работать. Мы об этом поговорим позже. Поздравляю вас, спасибо. Успешной работы. Как признался в беседе с журналистами новоиспеченный глава ленинцев, первыми шагами на столь ответственном посту станет знакомство с учреждениями, организациями и предприятиями района. А депутатский опыт станет несомненным плюсом в дальнейшей работе. За многие годы работы в парламенте, заместителей министров, министров различных ведомств я знаком лично. И это, конечно, тоже свои плюсы есть, я думаю, в этом. Если понадобится какая-то реальная помощь отдельного министерства и ведомства, я, зная лично этого человека, всегда могу обратиться. Значительно проще, когда знаешь лично. Вместе с тем, Валентин Милошевский для Бреста человек известный. Свою трудовую деятельность как доктор начинал в Кобрине. В исполнительной власти занимал должности заместителя председателя Брестского горосполкома и начальника управления здравоохранения области. Несколько лет возглавлял городскую больницу скорой медицинской помощи. Успешной оказалась и законотворческая деятельность. Валентин Милошевский – депутат двух созывов Палаты представителей Национального собрания Беларуси по Брестскому центральному округу номер 2. Заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Президент очень лестно отозвался о городе Бресте. Сказал, что за последние 1,5-2 года он значительно подтянул в этом. Глава государства обещал обязательно посетить город Брест в текущем году. Ну и, конечно, в первую очередь сделать город Брест европейским городом. Это, как он сказал, одна из жемчужин в ожерелье городов Республики Беларусь. И эту жемчужину нужно просто отшлифовать. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.